Здравствуйте, я Клюшникова Анастасия, студентка второго курса Северо-Кавказского гуманитарно-технического института. А сейчас мы поговорим о погоде. В среду погода существенно не изменится. Немного усилится ветер и, возможно, небо над городами, курортами немного затянет облаками. И в Кисловодске возможен кратковременный дождь. Буденновске и Благодарном 35, Нефтекумск 30, Ставрополь без осадков 27-28 градусов. Хорошей вам погоды на канале СТВ.